Этот город обязан своим появлением одному известному русскому предпринимателю – Акинфе Никитичу Демидову. В 30-е годы 18 века он построил здесь медисереброплавильный завод. Этот завод должен был принести богатство и славу своему хозяину. Об истинном богатстве сегодня и поговорим. Доброе утро, друзья! Я в Барнауле. За 300 лет Барнаул из заводского поселка превратился в культурный, образовательный и промышленный центр Сибири, главный город Алтайского края. А завод, с которого все начиналось, прослужил своему хозяину всего 4 года. После смерти Акинфея Демидова он перешел в ведение государства, а закрыт был в 1893 году. Между прочим, до середины 19 века в Барнауле выплавляли 90% всего российского серебра. А вот здание канцелярии завода. Вон там висел колокол, который отчитывал время начала и конца рабочей смены. Кстати, улицы исторического центра города мастили шлаком, который получался при выплавке серебра. Но процесс тогда был несовершенным, и в шлаке оставались частички драгоценного металла. Так вот, получается, что барнаульцы ходят по улицам, усыпанным серебром? Наверное, ни в одном другом городе нет такого количества легенд о потерянных кладах. Здесь ищут то монеты из секретных затопленных плавилин Демидова, то золотую карету, сделанную им в подарок императрице, то потерянную повозку с серебром. Забавно то, что сам Демидов в Барнауле никогда не был. А это Демидовский столб, установленный к столетию горного дела на Алтае. По примете, если обойти памятник 3 раза и каждый раз у основания оставлять по монетке, то можно стать богатым человеком. Вот только интересно, о каком именно богатстве идет речь? Вот, например, изобретатель Иван Иванович Ползунов, современник Демидова, сын отставного солдата и крестьянки. Здесь, в Барнауле, Иван Ползунов спроектировал первый в мире паровой двигатель, совершив тем самым самую настоящую технологическую революцию во многих областях. Спустя 2,5 века студенты Барнаульского государственного технического университета приходят к памятнику Ивана Ивановича перед экзаменом, чтобы потереть его правый ботинок. На удачу! А вот такие чудесные вазы украшают весь город. Это, например, сделано из ревневской яшмы. А вот это из белорецкого кварцита. А это венчающий нулевой километр из каргонского порфира. И все это – богатство алтайской земли. А уж о мастерстве местных камнерезов легенды ходят, начиная с 19 века. Но говорят, современные умельцы ничуть им не уступают. Проверим. Иду в мастерскую к известному барнаульскому камнерезу Александру Тетинову. Несмотря на молодость автора, его работы восхищают коллег и в России, и за границей. Кстати, в создании вазы на нулевом километре Саша тоже принимал непосредственное участие. Саш, я тут слышал, что ты один из самых крутых камнерезов Алтайского края. Да нет. Это не так? Нет. А как же твоя ваза на нулевом километре? Это же ты сделал. Ну как, не только я, все делали там. Но твоя рука там приложена, так сказать, да? Ну да, есть там. А, ну значит, можно смело говорить, что ты один из самых крутых. Нет, о, это все из камня? Да, из камня. Невероятно, а? И это ты сделал? Ну. А в чем самая сложная часть твоей профессии? Как бы это все обыграть, придумать хорошенько. Вот чтобы сделать вот такой гранат, сколько нужно лет учиться? Учиться – это сказано. Просто как бы вдохновение должно быть на такое изделие. Не только чтобы учиться. Саня, а что ты такой скромный? Такие красивые эти делаешь из камней вещи. Ты, наверное, такой же молчаливый, как твои камни. Скромный просто, да? Наверное. Но на самом деле, ты знаешь, это хорошее качество. Потому что когда человек доказывает
свой талант делом, мне кажется, это самое важное. Цветок это твой, да? Да. Сколько времени вот заняло, чтобы сделать такой цветок? Ну, месяца полтора ушло. Не, ну, бывает, просто ты камень увидел, и что-то ты в нем уже видишь, что сделать надо. Ага. Что это за камень, например? Ну, азур, малахит. Что можно из него сделать? Ну, на мозаике пускаем, потому что богатый цветом своим. А это что за камень? Белорецкий кварцит. Такой камень только у нас на Алтае существует, больше нигде в мире нет. Но не мог я уйти из Сашиной мастерской, не попробовав хоть на минуту оказаться в его шкуре. И так перевоплощаюсь в камнереза. Тут серьезные дела. О! Я отпилил. Но это даже не сложно, да? Ну, этот мягкий, несложно пилить. А, сейчас попробуем потверже. Яшма. Ну, этот тяжелее шел гораздо. И вот так ты потихонечку обрабатываешь каждый камешек, да, последовательно очень? Да, конечно. Ну вот, маленькие изделия, да, помаленечку. В данный момент листочек делаем для шкатулочки. А можно я зрителям покажу вообще, чем ты занимаешься? Ювелирная работа, маленький нефритовый листочек. Это не хухры-мухры вам. Это сложно. Например, вот я, богатый меценат, приношу тебе вот такой вот камень, алмаз. Скажу, сделай и, пожалуйста, мне из него бусы. Ты смог бы мне это сделать? Ну, с алмаза нет. Почему? Ну, ты что? Что, это сложно, дорого, страшно? С такой камень портить на бусы. Жалко. Я бы сказал бы, да ладно, я тебе доверяю, вот тебе $10 000, сделай, пожалуйста. Все равно бы не сделал? Нет. Почему? Ну, жалко такой камень. В природе существует мало. Даже простой камень, если красивый, ну, просто что. На бусы выпускать на что-то неинтересно. Ага, ничего себе. Так слушай, это, знаешь, я вот тебя за этот ответ уважаю. Видите, как здесь умеют ценить богатства, подаренные природой. Может быть, поэтому она так щедра к этому краю. А вы знаете, что на территории Барнаула произрастает 31 вид растений, занесенных в Красную книгу. Вообще алтайские травы издревле известны своими чудодейственными лекарственными свойствами. Давно хотел узнать их секрет. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что вы тут делаете? Я немножко травки для себя собираю. Вы вот. Травница? Да. А, меня Марк зовут. Юля, очень приятно. Очень приятно. Какую траву вы здесь собираете? Сегодня я решила для себя немножко собрать иван-чая для определенного сбора. Поэтому я конкретные листочки для себя ищу и собираю те, которые мне нравятся, которые мне помогут. А может, я вам помогу, скажите, что собрать, я буду вам помогать. Аккуратно, стараясь не повредить ствол, мы просто листочек от него отнимаем. Листочек. Аккуратненько. А-а-а. Молоденькие берем, красивые. Правда, что на Алтае находятся тысячи и много тысяч разных полезных трав. Да, это правда. Я думаю, что не просто много тысяч, а сотни тысяч. Потому что трава на Алтае, она растет практически везде. Здесь есть и горы, и степи, и тайга, и везде своя трава. Везде свои правильные, хорошие растения. Мне кажется, это самый золотой центр, именно травный. Алтай с тюркского языка – это алтын, золото. Лекарственные травы на каждом месте, ведь они свои. А если, например, вы сорвете иван-чай и будете пить, то витамина С в иван-чае в десятки раз больше, чем в лимоне, потому что он для нас, для сибиряков, для тех людей, которые в этом суровом краю живут, специально вырос и содержит в себе необходимое количество витамина С. А лимоны, они вот там, в Африке, там сильно много витамина С не надо. Скажи, пожалуйста, как ты начала заниматься травами? Вообще, я считаю, что у меня сейчас началась вторая жизнь, потому что первую жизнь я жила в большом суетливом городе и жила на бегу. Ага. Затем у меня случилась неприятность, я заболела. Стала читать о травах.
Начитала столько, что немножко потерялась. Ага. Стала каким-то образом пытаться это все систематизировать. Стала разговаривать со своей бабушкой. И она мне говорит: слушай, ну ты к травам-то не зря идешь, потому что твоя прапрабабушка, она была травницей. Есть, видимо, к этому генетические способности. Поэтому я уехала из большого суетливого города туда, где много трав. А до того, как ты приехала сюда, как... чем ты занималась? Служила в полиции, я подполковник полиции в отставке. Вот я очень горжусь своей профессией, я ни капли не жалею, что я ей посвятила больше 20 лет своей жизни. Но вот сейчас другая жизнь, она более размеренная. Прям какая-то невероятная перемена, да? Честно говоря. Да. Трансформация. У меня есть для тебя загадка. Пойдем, я тебе покажу одно растение, мне интересно, узнаешь ты его или нет. Пойдем, пойдем. Так. Ну вот, узнавай. Знакомый так, парень? Так это шлопух. Ну да, конечно, лопух. Ну, на самом деле, лопух – это практически природный аспирин. Если ты возьмешь и будешь корень лопуха, конкретно корень лопуха, использовать при температуре, например, когда ты слегка простыл, то температура уйдет. Корень лопуха мы собираем в мае. В мае у нас начинаются лопуховые дни. Ну, ты представляешь, да? Взяли все люди, вышли в лес, собрали 300 тонн лопуха. Что в лесу осталось? Мало лопуха. Вообще не осталось лопуха. Мы уничтожим лопух. Таким путем мы и лопух можем до Красной книги довести. Поэтому мы не собираем лопух в лесу. Мы сделали вот такое замечательное пространство, на котором стройными рядами все полезные растения высадили своими руками, ухаживаем за ними, выращиваем до необходимого состояния, потом их собираем. Это эхинацея. Как ее правильно собирать? У эхинацеи собираются цветы. В них сосредоточено очень много полезных веществ, которые помогают организму бороться с воспалительными процессами. Это первое. Любой воспалительный, эхинацея, особенно если она в экстракте, очень всегда хорошо помогает. Пойдем, я тебе сейчас хочу показать золото нашей коллекции. Так. Дело в том, что вот этот неприметный кустик – это настоящий алтаец. Это эндемик, то есть он произрастает только у нас на Алтае, и называется он золотой корень. Он мне тоже очень нужен. Ну, собрать травы – это только полдела. В Барнауле находится первая на Алтае горная аптека. В ней до сих пор готовят снадобье по старинным рецептам. Надеюсь, и меня тут чему-нибудь научат. Эта знаменитая аптека была открыта в 18 веке почти одновременно с сереброплавильным заводом. Через нее шло снабжение всего округа медикаментами. Здесь готовили уникальные снадобья из местных трав. В этом здании находилась и лаборатория, и торговый зал, и жилье самого провизора. Собственно говоря, с тех пор тут как будто мало что изменилось. Полное ощущение, что переместился по времени на 2 века назад. Вы только посмотрите на местных барышень. Скажите, почему на вас такой костюм? А потому что мы храним традиции. Причем не только в рецептах, но даже и в нашем образе. А, это хорошо. Это очень сразу собирает как-то. Хочешь сразу соответствовать. Да, правильно. Сегодня мы будем варить тонизирующий, безалкогольный бальзам на вишневом соке. Бальзам нужен для повышения работоспособности, для укрепления иммунитета, для повышения настроения. То есть всем показан этот бальзам, у кого сильные переутомления, умственные и физические. Мне подходит. Начнем? Давайте. Для бальзама следует заранее приготовить настой из шиповника. Его плоды заливают горячей кипяченой водой и оставляют настаиваться на ночь. Секрет в том, что температура воды не должна быть выше 70 градусов, иначе никакие витамины не сохранятся. А теперь готовый настой нагреваем. А плита у вас современная, вот так. Ну, конечно, все-таки 21 век на дворе. Костер не разведешь. Никуда не убежишь. Да. А вы просто так без дела не стоите? Да, я с удовольствием без дела не хочу стоять. Нужно взвесить. Давайте начнем с эхинацеи. 5 грамм эхинацеи, пожалуйста. Итак, для чудодейственного алтайского бальзама, помимо настоя шиповника, вам понадобится натуральный вишневый сок, сахарный песок, 5 грамм сушеных лепестков эхинацеи, 5 грамм красного корня и 37 грамм золотого корня. Того самого, что мне показывала травница Юля. Оказалось, он и правда настоящая панацея. Улучшает память, повышает внимание, полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
и даже улучшает функции печени. А для чего красный корень для человека нужен? Красный корень направлен на мужское здоровье, во-первых. О! Да, издавна. Ну, он, в общем, полезен для мужчин. Этого достаточно. Это же самое главное. Да. Так, добавляем красного корня. Вот скажи, Оль, говорят, что здесь бывал Достоевский. Да. Ты знаешь, почему? Я знаю, почему он здесь бывал. Почему? Потому что он болел. Логично? Логично очень, вот. Да. Так, а чем он болел? В Барнауле у Достоевского случился приступ эпилепсии. И, вы знаете, есть подозрение, что за лекарствами обращались именно в горную аптеку. Все потому, что на тот момент это была единственная аптека. Кто знает, может быть, помимо всего прочего, для Федора Михайловича в этой аптеке готовили и этот самый бальзам. А пока я об этом фантазировал, бальзам наш закипел, и пришло время добавлять в него вишневый сок и сахар для вкуса. Скажи, вот ты так красноречиво рассказываешь про этот прекрасный бальзам, а сама ты его пьешь? Да, конечно. А он же для мужчин? Нет. И для всех? Он не для мужчин, мы про действие корня говорим, что он для мужчин. Бальзам универсальный, подходит хоть для женского здоровья, хоть для мужского, хоть для ребятишек. Единственное, соблюдать дозировку, потому что все-таки золотой и красный корень, они признаны очень тонизирующими растениями. Поэтому по 2 чайные ложечки. Надо так, уже? Да. Ой, вкусно. От одного запаха уже тонус приходит, представляешь? Я уж боюсь думать, что когда я попробую, что будет. Я уже тоже начинаю. Не боишься? Бояться. Да. Я пью чуть-чуть. О! Чувствуется? Сладенько, вкусненько. Травки-муравки. Очень передается вкус как раз этого... Золотого корня. Золотого корня и... Шиповника. И шиповника. И вишневого сока. И вишневого сока. И эхиноцеи. И эхиноцеи. Мужики, за нас. Ох, я чувствую, понимаешь? Это вот... Да, я очень рада. Ну все, я готов на подвиги. Барнаул открылся для меня совершенно неожиданно. Он обескуражил своей красотой и скромностью, научил ценить природу и ее дары. Ну а напоследок привел меня в тонус и подарил массу позитива. Вот эти богатства я и забираю с собой. Да. Еще попробуем. Ну все. Оль, раздевайся. Нет, правда, вкусно.